У нас будет только один дубль. Ну что, у нас первый приятный сюрприз. Нам приехал прицеп Ривал. Прицеп для квадроцикла, который я давно очень хотел. Вот сейчас приедет доставка, и это уже отдельный ролик, который мы чуть попозже снимем и покажем вам на канале. Ссылочка где-то будет здесь в описании. Наш прицеп Ривал. Перепутал. Вот это тоже Ford Transit. Там только новый. Добрый день. Ничего. Утащим вдвоем-то? Не знаю. Готово? Наверное. 90 килограмм 80. Да? Да. Так, тебе надо как-то ее... Или здесь давай сейчас затащу. Погнали дальше. Ну что, у детей свои конструкторы Лего, у взрослых свои. Если ты квадроциклист, тебе это точно очень надо. Прицеп Ривал. Ищем похожие запчасти. Какие-то я уже нашел. Собираем основание. Поэтому самое интересное впереди. Все задействованы. Как говорит тесть, у нас рабочий поселок. Отдыхать никогда. В общем, запрыгай, короче, меня собирать прицеп. Тебе нужна отвилка? Да, мне нужен сейчас гаечный ключ на 20. 20. Цифру 20 ищи на ключе. Принес тебе на 22. Спасибо, молодец. Монтируем ось, крепим ступицу к раме. Так, скажем так, неразрезной мост. То есть, на чем у нас будет базироваться прицеп. У нас ступица, к этому у нас прикручивается колесо. Так называемая базовая тележка. Раз, два, три. Следующий выкрепим раму. За счет порошковой краски коррозия вашего прицепа наступит значительно позже. О, отлично. Так, ну что дальше? Итак, это наши колеса. Уникальная советская разработка. Или как сделать из квадратного, вернее не так, как поместить круглое в квадратное. Персональная разработка компании Ривал. Ладно, смех смехом. У нас резина 4Runner, 8 дюймов, размер 22 на 11. Чтобы превратить это квадратное в круглое, нам нужен волшебный беркут. Соответственно, мы все это вытаскиваем, подключаем беркут, который волшебным способом превращает данное колесо всеми принятыми во всем мире нормами Курбла. Итак, так как у нас нам здесь розетка не нужна, мы предварительно подогнали наш квадрик сюда. Так, сейчас показываю давление уже одну атмосферу. Пошла накачка.
сиденья. Самое главное – дозиметр. Это глаз мотоциклиста. Потому что иногда только именно этим мы пользуемся. Переключим первое колесо. Первая такая посадка на ось. Да, не перепутайте, как правильно прикручивать гайку. Поженить шасси и раму. Свадьба! И учитывая, что это прицеп самосвального типа, у нас идет крепление. Так, у нас прицеп начинает обретать очертания. Продолжаем дальше. Металл. Российский металл. Регулируем. Как вовлечь всю семью в съемки? Купить прицеп. Все, отлично. Теперь зачинить первым лотом. Дедову сестру отодрал. Отлично, прекрасно. Ну что, если вам интересен обзор на именно на этот прицеп, пишите в комментариях, мы сделаем обзор, ну, наверное, уже ближе к лету, когда мы его испытаем уже в хозяйстве, в быту, переведем огромное количество вещей и еще переведем. Подписывайтесь, лайки, комментируйте. С вами был Михаил Магуайр. Touchdown!